Книга «Открытым оком», вопрос 36, тема «Обращение ко Христу». Можете ли вы рассказать, как обратился к Богу ваш брат, отец Аким? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В 1963 году, на следующий год после своего обращения, я приезжал домой из города Клайпеды, Литва. К этому времени мой брат Иаким получил от меня практически весь Новый Завет, переписанный от руки. Потом он приехал ко мне, оформился матросом, прошел на корабль и со мной жил. Обращение у него было плавное, не как у меня, и таким он и остался. Он был рожден не при бурном ветре. Когда рождаются такие дети, их хлопают, чтобы они заревели, издали настоящий крик. Может быть, ему еще это предстоит. Лучше всего расспросите его самого. У него совершенно не реформаторский дух, склонность к старообрядческим сентенциям. Лежало оно до нас 1000 лет, пусть и дальше лежит. Только из одного этого качества он уже неотразим на должность епископа. Он пьет чай, а я не пью, значит, он может умереть раньше меня.